мое любимое место с огромными боровиками. Но здесь мы с вами опоздали. Жалко. И он был чистый. Представляете? Так. Эх. Неплохое начало. Но мы опоздали. Радует, что они здесь вообще вылазят. В прошлый раз была, сказала же, надо смотреть внимательно. Ну ладно. Будем смотреть. У нас так много повылазило всяких разных грибов. И сыроежек очень много вообще. Но они все червивые. Боровик тот вырос в холод, потому что чистый был. Жалко, что опоздали. Ну ладно. Здесь они вообще обычно осенью вылазят в этом месте. Никогда их летом не было здесь. Но в этом году все намного раньше. Только бы зима не пришла так же быстро, как пришло лето. Там сыроежечка. Там сыроежечка. Везде сыроежечки. Я была здесь рядышком. О, какая красивая куча. Видали? Ну, как вкусно тут лосюха походил. Вон и тут. А. Целая тропа. Лосюхи съели мои грибы. Точно. Ну, они здесь ходят. Вон она. Ну, нифига, тут у них свадьба была, что ли. Смотрите. Дин-дин-дин-дин-дин. Смотрите, сколько удобрений. Кому надо? Офигеть. Это да. Боровичули. Такой прошел хороший ливень и не один день. Давайте, показывайтесь. Вы в дождик вылазили. Ой, в сухоту. Сейчас дожди прошли. Вы где? Спрятались. Где-то спрятались. Приходите, говорит, осенью. О, вы посмотрите, что тут на каждом шагу. Вот здесь что-то кушали. Я в шоке. Опять самолеты, вертолеты летают. Вертолеты, самолеты. Вам это видно? Думаю, видно. Наконец-то. Я нашла. Слоненка. Ой, какой жесткий. Мне как-то спросили, зачем вы шлепаете по шляпке. А проверяю, жесткий он или нет. Опа. Если жесткий, значит, должен быть хороший. Опа-на.
Ёкарный бабай на сушку самое то. Один и противень целый. Закрываем лунку. Смотрите, мощь какая, как я люблю такие. О, вот это начало. Вот это да. Это я понимаю. Спасибо, лесочек. Сейчас я его почищу. Он жесткий. Он классный. Он суперский. Я почистила его. Он чистый. Хи-хи-хи, класс. Вообще бомба. Надо, говорит, по вырубке погулять. Может, польских насобираю. И вот вам, пожалуйста, спецзаказ. Опа! Красавчик. Чистый. Вчера тоже сколько польских принесла. Все чистые. Обалдеть, вон еще стоит, вижу. Вылази, дружок, я за тобой пришла. Опа. Тоже чистый. Вот это лисички стоят. Лисичка, точнее. Наверное, одна. Увидали? Вот такие лисички растут в сосновых барах. Запах совсем другой, как я вам вчера и говорила. Это да. Всем лисичкам лисичка. Самые ароматные лисички это в этом, в березовых лесах. Аромат даже у сушеных. Сыроежка. Смотрите, какая чистенькая. Блин, возьму, может, не раздавлю. Тоже чистенькая. А это, наверное... Нет, это уже не чистенькая, да. Уже чувствуется. Вон там болото. Вон какие маховые. Маховые мохи, хотела сказать. Ну да, так могу сказать, только я. Знаете, какая красота. Вы не провалиться бы здесь прям мягко-мягко. Смотрите, какая красота. Вообще просто сказка. Но это не сфагнум. Это простой лесной мох. Он прям идешь, смотрите, проваливаешься. Вон они, пуговки. Сыроежечки. Ну, уже пробито. Уже все. Большие даже и смотреть не будем. Сыроежек хоть косой коси. Прям куда ни поверни глаза, везде сыроежки. Это хорошо? Ты кто? Подосиновик? Ну да, говорит. Я самый. Он какой. Сегодня у нас с вами
гигантские грибы. Чистый. Красавчик. Даже лисичка эта была гигантская. Одна, но большая. Черничка. Ну какая. Вкусняшка. Вон ее сколько здесь. Держитесь, мои хорошки. Я что-то вижу. Взрыв мозга вижу. Очередной. Чик. Видали вы это? Ох, наверное, опоздали. А? Мы к тебе опоздали, точно? Ё-моё. Смотрите, какая была мощь. Ё-моё. Так жалко. А он там. Да. Ох. Ну ладно. У нас с вами раз хороший гриб, раз опоздун. Грибы опоздун, да? Ну ладно. Будем искать. Как они быстро растут, что ли, я не понимаю. Либо я хожу по одним и тем же местам и не вижу их. Что с моим зрением стало? Что грибы перерастают? Точно, что ли, ослепла? Ну как так? Я же здесь была. Эх, ну ладно. Главное, что есть. Хороший или плохой? Это уже другой вопрос. Спасибо, лисочек, и за все твои грибочки. Я, кстати, здесь сегодня не просто так опять в Боровом лесу. Здесь неподалеку мое болото, в котором я собираю мох для орхидей и других цветов. Меня часто спрашивают, Люб, зачем вы мох собираете? Для орхидей. Для орхидей, для мох хорошо добавлять субстраты, ну, в землю. Для растений, которые любят повлажнее. Мох любят улитки породистые. Да, мох много для чего. Но, в общем, для всех растений. В большинстве. Вот. Поэтому мох я собираю для себя и для девочек. У меня тоже большая коллекция орхидей.
Вот вам ответ на ваш вопрос. Зачем хлопаешь по шляпочке? Вот я похлопала и сразу сказала, что опоздун. По шляпочке хлопаешь, сразу понятно, хороший гриб или плохой. Пришла на это место, потому что в том году здесь много маслят собирала. Примерно в это время. Сегодня здесь ничего нету. Зато вот рыжульки стоят. Смотрите, какие классные. Вообще. Офигеть. Чуть-чуть сыроежек набрала. Чистеньких, молоденьких. Вот таких. Так что сегодня у нас будет или вкусная жареха, или вкусный супчик. Скорее всего, супчик. Хочется что-то жиденького, а то последнее время только жареха и жареха. Ну вот. Не сравнишь. Вот, а дочь набрала чернички опять. Сама поем. Тоже чуть-чуть. Раз они тут стоят прям передо мной. Да что-то, одно беру, другая падает. Вот, а. Они уже, кстати, после дождей... Лисички очень-очень водяные и много портиться начинают. Так что те, что были совсем малюсенькие, скорее всего, после таких ливней, какие у нас прошли, они просто испортятся на корню. Так что, кто еще ждет, пока они подрастут, бегите в лес. И ищите. Вон даже в сосновом лесу в этом году они растут. Для меня это, конечно, шок, потому что у нас они никогда в сосновом лесу не росли. Вон они крошатся прям. Они сильно водянистые. Ой, черничка тут же. Слопать надо. Так что... Бегите. Мощь какая, да? И собирайте то, что есть. Иначе не будет. Они просто испортятся. Много воды для них тоже нехорошо. Ну, мы сегодня с вкусняшками. Все, что соберу сегодня, приготовлю. Сегодня мы будем их кушать. Хотите вместе с вами? Повернулась, и еще стоят. Спрятались. И далее... Их и не видно под мхом-то. Вон а, их там сколько. Только надо аккуратно их собирать прям. Вон и ножищи-то какие. Грибница вон она вся там остается. Ой. Ой.
Нога какая мощная вообще. Класс. Какая же красота. Кстати, в лесу опять так много людей. Не здесь, я далеко ушла. Очень. А на въезде там. Черничку собирают. Ну, может, кто-то грибочки ищет. Ого. Оленьи рожки. Съедобный гриб. Кстати. Я не буду брать его. Съедобный, очень вкусный. Ну, тут мало его, чего тут. Черничка крупненькая какая. Да, в этом году поляки прям удивляют, если честно. Да, красавица. Тоже поляк, но этот пробитый прям весь. Нет, он чистый, ё-моё. Губку сниму, если чё. И всё. А этот? Чистенький. Берём. А это бинго на выходе из леса, точнее, по лесной дороге. Видите, какая кнопочка? Дня через 3 можно приехать, раз кнопочки такие появились все-таки. А вот как раз где-то здесь мы с вами закапывали гриб, который нашли, чтобы он подрос. Где он? А вот он. Видите? Все, он высох, он не вырос. А это другой красавчик. Говорю, раз один нашла, пойду пройдусь. Чуть-чуть здесь лисичка стоит. Пожалуйста. Спецзаказ на прощание.
Лес говорит, ну не уезжай. Ну не могу. Я уже даже переобулась. Не люблю я в такой обуви ходить по лесу. Даже по краюшку, ну. Раз остановилась, чуть-чуть пройдусь. Ну, а это мой сегодняшний сбор. Не пусто, но и не густо. Не пустая, и слава Богу. Спасибо, мои хорошие, что остаетесь со мной. Всем пока-пока и до новых встреч!